Всем привет, с вами Деймос. Сегодня у нас 7-я серия Советских Республик. Вот, значит, что мы сделали в прошлых сериях? Мы все-таки смогли добраться до нашего совхоза. Засадили 18 полей урожая. Это не может не радовать. Вот, значит, сегодня, скорее всего, постараемся собрать этот весь урожай. Да, значит, что у нас еще? Мы почти все-таки пришли к своим доскам. Тоже не может не радовать. Все-таки 62-й год. Да, 2 года уже играем. Строим за ресурсы и без своих досок. Ну, да. Хотя бы доски. Вот, еще подумаю, возможно, сегодня поставлю такой временный заводик, да, гравийный, где мы будем обрабатывать наш гравий, ну, точнее, камень гравий. Вот, что еще? Ой, достроить котельную, ну, наверное, к зиме мы точно сделаем, не знаю насчет этой серии. А, значит, наше образование, да, наш институт, на университеты тоже нужно достроить, потому что у нас беда с образованными гражданами, которым нам приходится докупать. Вот, у нас и так ограничение по иммигрантам в 1000 человек. Значит, что еще? Что еще? Ну и вроде все, пока у нас по планам, да. Так, значит, с чего начнем? Для начала снимем с паузы, да. Значит, достроим объекты, которые не достроили в прошлых сериях. Дороги различные. Вот. Думаю, может, остановку. Да, давайте, в принципе, остановку достроим. Значит, домик. Так, домик у нас уже строит вовсю. Отлично. Что еще? Так, ну денег у нас пока не сильно много. О, потихоньку есть. Вот. Строим. Все строим. Что у нас тут с досками? Ага, отлично. Лесопилочку уже тут все делают. Это хорошо. Значит. Так, вот здесь, да, по-моему. Рожка от меня. А, вот так. Так, достроить. Это мы тоже все возвращаем. Так, остановочку. А, давайте тоже достроим. Пожарная часть пока нет. Склад нет. И теплоцентраль нет. Вот. Там дорожки у нас тут сейчас все достроят. Хорошо. Так. Магазин пока не нужен. Вот справляется у нас. Так. Тут я не знаю. Ну да, тут надо тоже все достраивать, в принципе. Так. У нас эти 2 элеватора построят. И вот эту контору построят. Да, все уже начали. Подвозить бетончик тут. Это хорошо. Так, ну ладно, пока у нас мало денег. Стройка, я бы не сказал, что сильно так идет. Наверное, все-таки нужно допланировать наши поля. Да? Ну вот. И уже, чтобы к следующему году можно было запустить 2-й совхоз. И уже собирали урожая вдвое больше. Да? Ну, так. Ладно, начнем, пожалуй.
Так, ну вот, в общем, получилось как-то так. Ну, относительно ровно, да? Вот, значит, все, мы запланировали все наши 18 полей оставшихся. И запланировали здесь производство тканей и одежды. Вот, насчет мясокомбината. Блин, он очень большой и сюда, скорее всего, не поместится. Поэтому, наверное, мясокомбинат мы уже будем строить именно в другом нашем совхозе большом. Вот. То есть мы также сделаем 36 полей, поставим два совхоза, элеваторы, наши автомобильные базы. И за место вот этих производств поставим именно мясокомбинат. Судя по его размерам, вот как раз вот где-то должен влезть. Так, значит, что у нас тут с урожаем? Уже 80%. Скоро начнем собирать наш урожай. Это хорошо. Значит, что у нас еще? Ну, давайте попробуем что-то сделать с временным гравием. Так, давайте для начала с этим месторождением определимся. Будем ставить одну шахту или все-таки две. Так, вот наша железная шахта. В принципе, я думаю, наверное, две надо ставить. Месторождение большое. Ну, с другой стороны, они и будут, наверное, задействованы. Процентов по 40. Не, наверное, все-таки лучше оставим, как бы. Вот, правда, пока в какую сторону пойдет, не знаю, но типа как временно пусть здесь стоит. Ну, такая своего рода разметка. А, значит, где нам запустить нашу тогда гравиечку? Чтобы она вот прям и не мешала нашей будущей здесь промзоне. Давайте, я думаю, запланируем здесь, с этой стороны нашего нефтезавода. Так, а давайте посмотрим, может вообще можно сделать какую-то остановочку и дорожку. Ну, блин. Вот с этой стороны, вход с этой стороны. А здесь у нас пойдут трубы. Надо подумать. Так, а давайте, наверное, сразу две бочки здесь запланируем. Строить их не будем пока. Так, значит, наша сеточка. Хранилище, резервуар. Так, где у нас входы и выходы? Так, ну вот здесь, думаю, один поставить. Выход у него будет прямо либо направо, налево получается, если смотреть с другой стороны. Так, давайте вот так вот поставим. А, ну тут так красиво не получится, да. Давайте тогда немножко подальше. Здесь он подъедет. Здесь другая труба мешает. Ну, ёж-тр-тор. Если мы вот с этой поставим стороны, потом так красиво две трубы проведем и воткнем в наши резервуары. Хотя с другой стороны здесь места много. Так, ну давайте, наверное, один сделаем. Так. А толку? Не, ладно, не будем пока здесь ничего планировать. Значит, сделаем нашу остановку где-то здесь, чтобы могли дойти и до гравийного завода, и до нефтяного. Ну, такая будет тоже своего рода временная.
Так. Блин, с электричеством проблема. Серьезно. Ай, чуть-чуть не дотягивается. А, ну, хотя, с другой стороны, если здесь установка не дотягивается, значит, и до гравийного производства не дотянется. Нет. Да, проведем новую линию электропередач. Так, где-то вот здесь, наверное, запланируем. Хотя можно запланировать установку так, что мы в дальнейшем будем промзон от нее отталкивать. Ну, в принципе, как идея. Так. Ой-ой-ой, денег-то мало. Ой. Что ж вы, ребята, не работаете? Нехватка людей, да. Хотя здесь безработные. Давайте пустим еще один автобус, пусть все так ходит. Пустой. Ну ладно. Так. Старт. Пусть ходят вдвоем. Так, значит. Так. Так, так, так. Блин, деньги-то не резиновые. У нас тут еще толком ничего строиться не начало. Ладно, дойдет до 5000, я стопну. Будем разбираться, в чем проблема. Хотя, в принципе, стопать-то надо уже, наверное, сейчас. Проблема-то. Не-не-не. Ой. Опасно, опасно. Так, здесь, ладно, можете достроить. Это не строится. Это тоже не строится. Но элеваторы нужны, потому что урожай уже 97%. Блин, у нас еще ничего не готово. Как так-то? Что же нам придумать? Элеваторы не готовы. Так, но с другой стороны, а у нас даже денег нет на грузовики, чтобы собрать весь урожай. Тут я зафейлил, конечно. Опа, это что произошло? Он сейчас взял экскаватор здесь и перевез его сюда? Серьезно? Надо потом будет пересмотреть. Дальше, дальше. Что у нас дальше? Ну,
пока, значит, не идем к нашим полям. Что очень жаль. Так, раз, два. Ну, на всякий случай, здесь топлива. Чтобы не запокупали много именно гравия. Как же нам собрать урожай-то? Окей. Даже если я чисто теоретически, допустим, перегоню технику из этой автобазы сюда, в депо, все равно урожай-то некуда складывать. Уже 20 августа. Ой, ну может хоть один элеватор успеет построить. Было бы неплохо. Блин, как же поступить-то? Вроде все быстро строили. Просели, потому что здесь еще стройка идет. Блин, пожертвовал лесом в угоду урожая. Ой, стыдно, стыдно. Так, у нас, в принципе, проблема-то только в отсутствии рабочих. Три безработных. Ребят, бегом на остановку. Ты куда повез? Так, ладно, подождите. Стопнем пока здесь. Так, где-то что-то строится. Так, а нет, это букашка. Повезла именно в котельную. Так, элеватор почти один готов. Так, нам уже в принципе одного будет хватать, чтобы хотя бы начать именно собирать. Что у нас здесь с автобазой? Так, сейчас будем быстро-быстро группироваться. Здесь уже вон почти 100 тонн урожая. Давайте, давайте, ребятки, быстрее. Чего вы здесь притормаживаете? С вот этой дороги. Здесь гравий подгрузит, хорошо. У нас, в принципе, есть 40 тысяч. В принципе, это даже неплохо. Мы сможем купить грузовика 4. Так, ой, хорошо. Давайте, давайте. Стройте, ребята. Mm-hmm.
прекрасно. Так, на паузу. Берем нашу технику. Так, ну давайте возьмем крытых грузовиков. Хватит на 5. Как раз, по-моему, на 5 хватает. 1000 осталось. Ач, ач, ач. На волоске гуляем, на волоске. И нам еще денежку нужна, чтобы построить этот элеватор. Ну ладно, будем надеяться, что хватит. Ой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отлично. Там вы все загружаете и сюда выгружаете. Так. Блин, почему на 100 нельзя? А, ну что, благов не было. Что типа грузовик не полный. Вернее, загрузился полный, выгрузил. И такой в нем остался урожай, да. В принципе, логично, почему 90%. Все, снимаю с паузы, смотрим. Я надеюсь, там бензовоз подъехал продавать. Нет, конечно же, рефрижератор подъехал. Чтобы закупить мясо. А, ну мясо он всего там по полтонны покупает. Не смертельно. Ой, тут наши три бензовозика сейчас. Ой, хорошо, все, денежка пошла. Угу. Мы, возможно, даже выживем, товарищи. Так, что у нас здесь? У нас здесь тоже, в принципе, уже все ресурсы есть. Остался единственный человеческий ресурс. Так, вот, смотрю, наши Болеслава уже начали урожай возить. Я в вас верю. И в вас тоже верю, что вы успеете построить. Ох, нифига не сколько рабочих-то навезли. Быстро-быстро, однако, строят. Это хорошо. Сентябрь, ребят. А, ну тут, наверное, мы не успеем все-таки собрать весь урожай. Ну, сколько успеем. Так, давайте, ребята, ну, построить уже второй элеватор. Чтобы я мог назначить сбор. Так. Сюда. Выгрузка. 90%. Все. Ну давайте попробуем с вами понаблюдать, как будет собираться наш урожай.
Так, ну, собственно, в принципе, все идет у нас неплохо. У нас октябрь, и у нас собрано уже большая часть, так скажем, да, нашего урожая. Блин, все равно не успевает. Так, а у нас уже элеваторы-то забиваются. Так, если загрузка на 90%, это получается будет 720 тонн. Как раз, наверное, мне кажется, да, два элеватора должны справляться именно с одним совхозом, да, на 18 полей. Здесь, по сути, это так-то копиюшки остались на полях. Так, у нас здесь 61 тысяча, да? В принципе, мы можем продолжить строить наш лес, чтобы дрова добывали и начинали уже доски делать в конце-то концов. Так, здесь пока что можно запустить, чтобы строили дальше. Так, здесь остановочку построили. Там пока не запланировали мы гравийку. Ну, в принципе, пусть, наверное, так. Нам же надо будет переработать урожай, поэтому пусть начинают строить этот завод. Мясокомбинат. Пищевой завод. Странно. А почему это у нас мясокомбинат? Это же ликероводочный. Да. Ну хорошо, хоть сейчас заметил это. Не, у нас мясо комбинатом-то, конечно, фейл. Можно начать. Ой, тут уже почти все собрали. О. Ой, будем подсчитывать, сколько мы смогли спасти нашего урожая. Да, по-моему, весь спасли. Что-то мне так кажется. Сколько мы там смотрели примерно? Было-то 100 тонн с одного поля среднего. Так, хорошо, и нам нужна, значит, вот эта автобаза. Денег должно хватить, чтобы построить два этих здания. Так, ценовая группа, это хорошо, уголь пока закупаем. Так, значит, мы не выполнили еще один наш план, да? Не построили теплоцентраль. Ну ладно. Котельной пока, в принципе, хватает. Здесь мы вроде все перекрыли. Так, тут у нас уже заселение все идет. У нас уже население 1100. 14 образованных граждан. Все. Ну, ребята.
еще 6 граждан докупим, значит, образованных. Так, 20. Так, давайте еще, наверное, 10 переселим сюда. Здесь докупим еще 5. Так, образованных граждан пока хватает. Быстрее надо вот эти институты устроить. Так, ну, все. Значит, все собрали. Вот именно комбайнами. А грузовики еще ездят. Ну, блин, мы, в принципе, могли спасти весь урожай. Как же жалко. Так, ну-ка, стоп. А давайте попробуем спасти наш весь урожай. Сколько здесь у тебя? 136 тонн. Значит, мы один элеватор пока уберем. Такая временная мера. Да. И добавим наш совхоз. Попробуем туда еще часть урожая скинуть. Получится? Ребят, что стоим? Кого ждем? Я же выгрузку поставил. Да, выгрузка. Зерновой совхоз. Не хотят. Грустно, грустно. Так, ну тогда нам в любом случае нужен будет еще один элеватор. Да? Тоже ставим настройку. И постройте, пожалуйста, мне 3 этих здания. Так, ну пока у нас здесь, в принципе, немного всего. Ну, наверное, алкоголь-то будем сразу продавать. Или все-таки запланируем какой-то склад. Давайте, наверное, здесь построим склад. Пустим его под алкоголь, да, а потом мы его уже переведем под электродетали. Такой временный, вот, да? Так, то есть, пожалуйста, сразу тогда кровичку проложите. Ну и поставим хранилище. Так, 3 часа, по-моему, дотягивается. Ну, вот тут мы ставим такой, типа, проездик, если понадобится. Сделаем. Ну, вот эту дорогу можно будет даже строить. Надо будет вот эти два пятачка построить. Начать уже строить склад. Ну блин, у нас почти вся техника задействована. Это не может не радовать. Надо будет все-таки в третью контору что-то докупать. Вот. Так, давайте что-нибудь улучшим в нашем городишке. Давайте вот здесь просыпем травичкой, да? Давайте вот здесь пятачок просыпем травичкой. Так, где еще что можно просыпать? А давайте еще вот этот пятачок просыпем травичкой. Ноябрь, а урожай еще лежит. Он, наверное, будет лежать до снега, да? Блин, может все-таки попробовать как-то спасти остатки урожая. Интересно, а можно сюда свозить весь урожай? Давайте, наверное, все-таки
До снега попробуем. Не знаю, почему, блин, совхоз не хочет вести. Там всего-то 130 тонн. Давайте попробуем. Спасем. Значит, выгружаешь сюда. Выгружаешь зерно. Поехали. Да, походу сработало. Хорошо. Давайте спасайте сколько сможете. Мы его потом как-нибудь переведем в элеватор обратно. Ну, приходится такие вот махинации делать. Это жалко, ну реально жалко. Столько роз. Оставить собраны. Сколько успеете, ребята? Спасите сколько сможете. Так, сюда мы будем складывать пока алкоголь, потом электродетали. Но все-таки надо строить буферную зону. Да. Чтоб хотя бы хранить все ресурсы под рукой. И буферную зону надо, мне кажется, между двух городов делать, чтобы было удобно. Ну, то есть, в принципе, если будет здесь где-то второй город, да, то буферную зону можно строить вот здесь. Сделать там. Так, ну электричество-то нам явно нужно будет переделывать, блин. Тут эти два провода ни туда, ни сюда. Давайте переделаем. Значит, назначаем станцию. Дотягиваешься. Ну, а чтобы до скважины дотягивалось. Так дотягивается. Вообще прям. Почти впритык. Так, здесь у нас такая линия, что значит такая и пойдет. Берем здесь. Так и не получится, да? Хотя бы так вот вывести. Так. Вот так. Вроде такого сплошного столботворения. Так. Значит, идем сюда. Я вообще не знаю потом, как буду там дорогу пускать. И все будет хорошо. Так. Где-то так. Ну, ребят, строю беседки. Надеюсь, сильно вас этим не расстрою. Ну, все, получается, как прокинется эта проводка. Эту проводку можно будет снести. И уже все-таки начать планировать здесь нашу буферную зону. Ну что, как у нас тут? Все проходит. По-моему, пропадать начал, ну?
Спасаем максимум. Еще 140 тонн спасли урожая. Я считаю, это неплохой показатель. Давайте, ребят, сколько успеете? Сколько успеете? Жалко, блин, нельзя догружать, типа такой. Я здесь собрал 4 тонны, я погружу еще на одном поле тонну. Жаль, нельзя. Так, ну ладно, ребят, закончим, наверное, нашу серию. Подведем итоги, все-таки мы достроили наш лес, надо будет пускать туда автобус. Допланировали мы все-таки наш совхоз, да, осталось достроить наше производственное здание, которое будет потреблять урожай. К следующей посадке нужно будет построить еще один совхоз, да, и уже именно начать засаживать эти поля. Так, тут мы, наверное, сразу отправим на стройку, чтобы когда снег сошел, у нас не было такого, что... А, блин! Не можем засадить. Так, вот эту сразу пустим. Ну и остановку сразу достроим. Надеюсь, денег хватит. Все-таки вообще, да, нефтянка очень помогает. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Жду вас на 8-ю серию. Видео буду стараться выкладывать каждый день. Ой, хотя бы одно видео. Не знаю, ребят. Ну, я, в общем, буду стараться. Тем более я заметил, что у меня пошла активность на канале. Начали подходить просмотры. Начали ставить лайки, ребята. Это очень сильно мотивирует. Вот, надеюсь, постараюсь для вас сделать качественный контент. Вот. И все, ребят, всем пока.